Итак, добрый вечер. Добрый вечер. Добрались мы до PC Engine. Вывела нас судьба на кооперативы на этой консоли. Сегодня первый раз будем с Варом играть. Познавать, что за консоль. Ну, я, по крайней мере, War играл раньше на ней. Несколько игр. Для меня первая игра будет. Никитсушный футбол. Одна из двух игр, которая выходила на PC Engine. Попробуем сегодня в коопе ее качественно пройти. Туру-туру-ту-ту. Вместо Технос Наксат софт какой-то. Ну, это, наверное, портировала она. Хотя вот, да, показали их точно. Технос тоже написали. Заставочка. В принципе, этот футбол является ремейком первого футбола на Фамикоме. Более качественный. Левый чувак слепой, смотри, как он играет, пиздец. Привет, Анна. Привет, леди. Потом домой поедешь? Или дела какие? Ну, в принципе... Да домой, куда ещё? 6 часов уже будет. Да, привет, ребят. Все по расписанию начинаем, как обычно. Пунктуальности нам не занимать. Футбол, в общем, качественный, футбол интересный. Более четкая картинка. Также опции настроек. Есть еще версия на PC Engine CD с заставками. Может быть, когда-нибудь и до нее доберемся. Можно, конечно, леди, мы просто интересуемся. Да вор пошутил, что больше никуда не можешь съездить. Он в очках. Илюха зашел с Ютуба. Качество. Хуя у них мечей там. Да, настоящий зал с тренировки. Где можно нормально потренироваться. Просто брови, как у Брежнева. Кстати, да, есть что-то такое у него схожее. Пока он вот так боком стоит, непонятно, что это очки. Видно, что именно как брови какие-то. Ну, слепой чувак вообще какой. А, это про того, который сидит, что ли? Не-не, все тот же. Джек, по-моему, его зовут. Здорово, Гаррет. Привет, Гаррет. Илюх, ты бы желательно на Twitch перебрался, потому что вор может только с Твича видеть. Да пусть сидит, что жалко, что так, ты будешь зачитывать. Что-то Илюха интригу начинает раздувать. Кстати, пока вы тут вместе вдвоем. Вор, ты знаешь игру «Банан Заброс»? Нихуя особо нет, не знаю. Так, разные режимы тут есть. Чемпионат проходим вдвоем. Даже систему паролей завезли. Но мы, конечно, начинаем с первого матча. Не можешь... Что-то полицейские, пидоры. Пока на Twitch не может. Ну ладно, Илюх, ничего страшного. Я вижу твои сообщения. Буду по возможности зачитывать. Расстановку пока не будем менять. Сейчас запомним, кто на какой позиции. И потом уже по именам как-нибудь разберемся. Тактика так же, как на Фамикоме осталась тут. Одна из опций, можно ли вратарю выходить из ворот. Что будут делать игроки при владении мячом. Бить поворотом или пас отдавать. Вот такая, в общем, лабуда. Как агрессивно они будут в атаке действовать. И вот он, первый матч, погнали. Так, я за очкарика, да? Пока да. Ой, о, качественно. О, понятно все. Тун-ту-ру-ру-ру. 2 минуты идет один тайм. В принципе, не сильно много, на самом деле. На Фамикоме 4 минуты шел. Ух ты! Отлично, первый голешник. Первый гол. Тут видите такая... О, Гаррет, сочувствую, что ты на Сеге в него играл. Да, Гаррет, кстати. Также здесь супер удары есть. Ну, в общем... Ой-ой-ой. Звук игры прибавьте, пишет. Ребята, звук игры прибавьте. Ладно, вот ты пока разбирайся. Сейчас я добавлю. Ну, сеговское говно. А так, все так. Вот так, ребят, послушайте, нормально. О, ты запустил. Угу. Твой супер полетел. Сеговская версия дубоватая на управление. Не знаю, Гаррет, нам не зашла пока. Мы пока не в восторге от нее. Не, ну я проходил, конечно, так себе, хуйня. Как во мне.
Опа. Сейчас норм. Ну, я добавил маленько, да. Точнее, не быстрее, а плавнее. Ты решил в защите поиграть? Эх. Сильно. Ну, тут никак силу удара нельзя рассчитывать. Угу. Нельзя слабо пнуть. Привет, Сари, спасибо. Да, привет. В принципе, вот этот футбол не должен каких-то нам сильно проблем принести в игру. Ну, если только последние команды не будут выделываться. Вообще, говорят, неожиданно для меня стала новость. Вор тоже. Я почти свои закинул. Подожди, что творится? У нас что, рассинхрон, что ли? В смысле? Ты сейчас назад отбежал? Да, у нас угловой же. Вот сейчас гол забил, видел, да? Не, значит, что-то не то. 7-0 сейчас счет. А ты где-то бегаешь, непонятно. А не, какая-то херня не та. Странно. А что такое-то? Сейчас что у тебя происходит? Я не знаю. У меня ничего не происходит, я уже закрыл игру. Что там происходит? Сейчас я с мячом, видишь? Да, вижу, конечно, сейчас. Себя нашел, да? Качественный гол. Угу. 8-0 видишь, да, счет? Да, ну, я сбежал в другую игру. Да, другая параллельность какая-то была. Я смотрю, ты что-то в защиту стал уходить. Короче, Гаррет, для нас стало неожиданностью, что ты на Мегадрайве в этот футбол играл. Так, что, ребят, по звуку нормально? По звуку сейчас. Да ничего. Нормально уже говорили. Ну. Там ботаники какие-то. Вор сбежал в другую игру. Сейчас все нормально будет. Немножко чувствуется здесь подзагрузочки такие. Ой, не успел маленько. Ты мне пас типа был? Походу, да. Держи. Я пока в защите буду играть. На качество. Картридже? На картридже попадалось, нифига себе. О, бот забил. Ну, ушастый молодец, успевает подсосать там. Да, неплохо. О. Прохождение у киномана смотрел. А он разве PC Engine версию проходил? По-моему, он другую играл. Кстати говоря, полностью 3,5 часа. Не, это что-то не то, Илюк. Да, это слишком много. Ну, либо он не умеет играть в нее. Эта игра проходится меньше, чем за 2 часа, если долго сильно не возиться. С настройками всякими. Голы скипать. Он на Фомикоме играл. Ну, та версия тоже часа на 2 где-то. Даже меньше, там время поменьше. Вот был релиз на NES у этой игры. Вот что творится. Ушастый аж вратаря сбил. Ну, ушастый вообще, его надо оставлять в нападении. 12-0. Че, может, хватит забивать им? Да, уже осталось 40 секунд. Можно так повыпендриваться пока. Бла-бла. Здесь управление четкое, все хорошо чувствуется. Киноком. Они болтали много, вот. О, видали? Смотрите, как здесь можно. Ничего, они так не будут нападать даже на нас. Походу, нет. Ой. О, достал. А так уже посложнее попасть. Ну, там кто-то уснул уже, смотри. Смотрите, кто-то на поле уже прилег. Ну, первая команда. Вот, давай. Ой. О, это было опасно. О, на воротах Липецк стоит, кстати, наш друг. По-моему, год или два назад смотрел. Ну, возможно.
занимает ванны. Ух ты, как опасно! Молодцы! Гол! Гол престижа, 12-1. Кстати, его болельщицы себя по-другому начинают вести. Ой, что-то я ринулся прям. Раньше времени. Так, это вор супер сделал. Четко в девятку. Классная камера, конечно, даже не успевает за мячом. А это, кстати, много в каких-нибудь ЕЦУ играх вроде было. Бум. Оп. Неплохо сейчас я промазал. Давай пас сейчас мне. Диманчик загорает, ну возможно. Сейчас пас мне отдай. А, уже все. Блин, ничего не получился, но вряд ли долетел бы. Попробуем на другой. 13-1. Здесь, в отличие от Famicom версии, команда не проходит под экраном в итоговом счете, а также болельщицы остаются. На Ютубе задержка такая. Ну не платят, видимо, им ничего. Задерживают зарплату. Бастует чувак один. Второй матч. Шаолиньские монахи. Это Кайлыч стоит спиной к нам. Не, Кайлыч и там дальше будет. А, да, точно, точно. Так, я, кстати, что-то не запомнил. Что-то я не запомнил. Ну, давай попробуем, ладно. Ну, оставляй так, фиг с ним. Сейчас. Что-то кого-то не поставил. Сейчас узнаем. Немножко перелопатили состав. Ну, сейчас глянем. Второй матч, погнали. Ой. Ну, у меня ботаник. А, вон он, внизу сейчас. Борис внизу сейчас находится. А, так вот же Кайлычевская команда, я все правильно сказал. Хороший пас. Смотрите, поле как поменялось. Ух ты, хитрые какие. Я медленный вообще, капец. Ушас из защиты ушел, смотри-ка. Так, прорывайся. Да, собрать и Гаррета. Гаррет, извини, но... У нас нет выбора, мы должны побеждать. Какой он медленный, это жесть просто. Как им играть вообще? Вот это ударище был. И добил супером. Прикольно, кстати, супер сейчас залетел. Да, он под перекладину с головы улетел. Эй, алло. Так, а этот оказался в защите ушастый. Это мимо будет. Ну, угловой. Ой, Илюха все-таки вернулся на Twitch. Это хорошо. По возможности Илюх лучше на Твиче будь. Да, это шаолинцы какие-то. Смотрите, какой качественный гол с углового, прямо от штанги залетел. Вообще просто качественный гол. Да. В футболе такой не хрен когда залетит. Что еще сказать? По Никетсу много мы уже игр отстримили. Но и тем не менее, эта франшиза очень популярна, еще много чего предстоит из нее проходить. Лысый опять загорает там. А, на 2 минуты зашел. На телефон скачают Twitch, нифига ты. Гаррет, тебе нужно маслом лысину намазать, тогда у тебя тоже будет лысина, солнечные зайчики пускать. Озвучка классная в игре. Короче, нормальный порт сделали на PC Engine. Смотрите, за полем какие-то пеньки стоят. Где только не играют. Музончик бодрый такой. Замечательно. Судью прорвало, что-то пересвистел на 10 раз. В основном мы проходили кооперативы на Фамикоме из Никетсу серии. Но были и на другую консоль. В том числе на SNES даже. Единственный наш кооператив на SNES был по игре из серии Никетсу. Такие дела. Ой, прости, мужик. Эх,
красивый гол был бы. Ай-яй-яй. Да. Еще меня там дрочит кто-то. О. Добил все-таки. Защитник на тебя сагрился маленько. Да у меня вообще медленный персонаж, как им играть вообще? О. Борис, давай. Борис Бритва. Ух ты, как он, я прям в момент удара. 3, 2. К сожалению, быстро как-то. Я бежал. Прыгаю быстрее, чем бегаю. Нельзя, к сожалению, сбивать, менять состав в перерыве, как ни странно. Хотя это обычное правило в футболе. Как раз после первого тайма замены и делаются обычно. Тук-турурун-тун-тун-тун. Оп! Игроки пока слабые у противников. Можно с локтя сбивать. Потом такой роскоши не будет. Лысый не подставился под удар. Гаррет, ищи, короче, чувака, который больше всего походит на тебя. Да, потом скажешь нам, где он играет. Мы его бить не будем, так и быть. О, и сам добил, молодец. Но его можно и в защите оставить, в принципе. Поля будут самые разнообразные здесь, по-моему, даже ледяное будет. О, отлично, Илюх, молодец. Хорошо, что заморочился, и на будущее как бы пригодится. О. Не поймал, а мог и поймать. Все понемногу, но никто полностью. Гаррет у нас один такой. Да, тут нет даже Гаррета. Из братства лысых. Вообще, это, по-моему, японский вариант Бразерсов команда. Пилы? Какой пилы, леди? Ну, Гаррет с пилой на аватарке. А, точно, точно. Я даже не сразу врубился. Видишь, а ты сразу понял. Хороший пас. Ну! Ай! Эх! Я даже не касаюсь земли, смотрите. Гаррета на поле только может противник выпустить. О, вот этот гол вообще качественный был. Качество, да. Мяч даже не успел приземлиться на землю. А зачем тебе бутылку на аватарку ставить? Так, хороший пас. Бегают так забавно. О! Качество. 10-й гол, прям вообще красота. Мне еще нравится. Да, вряд ли кто-то ассоциирует тебя с бутылкой. Диманчик, наверное. И я тоже так забил. Качество. На одном дыхании, прям как фомикомовская версия. Да, Илюх, я говорю, молодец, что заморочился. Все-таки на Твиче задержка поменьше. И у нас народ как-то больше любит с Твича. Единственный заядлый ютубщик — это Егорин Дмитрий. Он всегда с трубы смотрит. Хотя, может, и с Твича заходил, просто я у них не знаю. Может и такое быть. Так, замечательно. Команда Вин Дизель. Ох, рядом со штангой. Не, оттуда им вообще бить нельзя. Они вечно по прямой бьют, как идиоты. Да, что-то странно, что в ближний угол не попадает. О. Опять там загорает кто-то. Пас мне. Блин, ну я ему нажимаю направление, не хочет. О-о-о. Это мне надо как-то самому чуть выдвигаться вперед. О, вообще в упор просто. Команда Нагиев. Да тут кого только нет, все лысые. Это леди первые. Ты приходишь в такую футбольную команду, вас спрашивают: вы лысый? Нет, все, вы нам не подходите. Кастинг, кстати, в их сборную. Вон, за 2 секунды до конца матча 12-й гол. А, 14-й даже, капец. Это пока леди первые оппоненты. Сейчас игра повеселее начнется. В Никитсу очень ярко выражены уровни сложности, как бы. Не знаю, как правильно сказать, в общем. Первые команды, они всегда такие, что в хоккее, что... А, баскетбол отличается вообще-то немножко в этой теме. Баскетбол, да, можно любую сразу выбрать. Да, там, ну там все равно Флорида как-то чувствуется пожестче. О, новый игрок к нам пришел, да? Трансфер. Угу.
Прикольная комнатка такая, да? Кабинки в два раза выше игроков. Раковина. Все как надо. О, против байкера. Смотрите, ребята на картах сидят. Узнаете районы наши? Трансфер. Так. Все, я понял, кого тебе поставить. Кого тебе поставить. Он сейчас внизу находится. Крючок с закорючками. Вот кого тебе надо поставить. Вот этот. Вот Борис. Да как ты не мне, ты боту ставишь. Я в центре нахожусь. Почему? Я по-моему. Нет, все правильно. Вон сейчас ты мне опять нихуя не поставил. Вот в центре сейчас кого поставишь, по-моему, это я и буду. Я же снизу всегда развожу. Ты из верхней, я же нижний, по-моему. Сейчас, подожди. Я же за Рика играю. Рик, вот он по центру. Сейчас должно все правильно быть, вор. Сейчас должно правильно быть. Прикольно, мы гадаем составом, как бы. Вот, видишь? Все нормально. А, нет, не все нормально. Опять я в защиту поставил ушастого, нашего лучшего нападающего. Ой. Как я промазал сейчас? О. Волнуется. Музыка квадратная, это как музыка квадратная бывает, я чуть не понял. Вроде ПК, а музыка все равно квадратная. Может это особенность PC Engine и Люк. Фиг его знает. Мне лично нравятся композиции. И как они орут, тоже прикольно. Куя новенький там всех ебашит. Ой. О, ты, твой супер первый полетел. Да. Так это ж не знаю. Это ж есть 16 бит. Turbo Graphics это 16-битная, кстати, да. Так, отбились неплохо защитников. Защитники нормальные ребята. Ой-ой-ой, опасно. Бегу. Наградный велосипед. PC Engine уникальная консоль в каком-то плане. Она на время своего выхода была самая мощная, насколько я правильно понял. И первая консоль, которая CD-образ стала применять. Аддон в виде CD-дисков. У меня там посуды какие идут. О, кто-то ударил. Да-да, 16-битный, Илюх. По-моему, 16-бит. Так так же называется, даже Turbo Graphics 16, потому что 16-бит там. Давай, добивай! Молодец. Нифига он вас раскидывает. Ну вот же вратарь всегда раскидывает. PC Engine такая странная консоль, почему-то больше как родная консоль для шмапов, я бы сказал. Очень много выходило. Опять загорает, хотя солнца уже нету. На асфальте тупо загорает, чувак. Но поле какое-то страшноватое, как будто правда что-то это. Бетон какой-то. О, пусть летит. Ну забирай, нифига вот это пас был! Ой-ой-ой! Нормально. Эх. Какой год? АХЗ. О, я что-то на заставке пропустил. Качество. Ух ты! Молодец, добил. Отлично. Не позже 95-го. Да, где-то основная жизнь консоли 4-го поколения, то есть NES. NES, PC Engine, Mega Drive. 88-й, 94-й, 95-й года. Вот примерно такой у них жизненный цикл этих консолей. Но некоторые энтузиасты до сих пор продолжают выпускать игры, кстати. Новоделы частенько выходят. Но нас они не особо привлекают. У нас есть с чем разбираться, как бы, и из того, что раньше выходило. Тун-туру-дуру-дун, тун-туру-дуру.
Еще чем мне нравится этот футбол, здесь для ускорения не нужно жать, жмакать кнопки там вперед-вперед. Так он и не ускоряет, тут он бежит с одной скоростью и все. Да, здесь чисто... Супер. Ух ты, молодцы. Да, 5-1. Да, Илюх, это консоль. Несмотря на название. В Америке она вообще получила название TurboGrafx-16. PC Engine — это чистое название этой консоли для японского региона. Пасон. Ух ты, блин. Ац! О. Отлично. Хорошая накидочка. И галеши. Ну, это самонавряхи сильно. Удар тут. Без шансов. Ух ты, как быстро меня встретил. Мяч в игре. Да я не хотел вниз. Хуя, пас. Хуя, там пас был. Ой, что творится? Ну, конечно, конечно, защитник. Да, да, да. Ой. Все, тут без вариантов, да. Нормально дожали. Легко играется, в общем. Хорошая игра для этой консоли. Качественный ремейк. Даже скорее, наверное, назвать ремастер, потому что команды те же самые вроде. О, а вот у нас игрок отдыхает, кстати. Где? Там вроде все нормальные чуваки были. Отличный пас с углового флажка. Как такие игры-то выпускают на ПК? Тот же Макинтош по-любому вывозил хорошие игры. Это все, Илюх, загадка видеоигровой истории. Много еще тайной покрыто. Во, кстати, здесь еще вот такой прикол может быть. Мразь, гол. Такие голы в турнирах запрещены. Чуть позже пойдут команды, где вратарь уже будет почаще ловить суперы, побыстрее начнут двигаться в скорости. Ац! Ой, не того. Не, какой-нибудь другого поставь, он вообще медленный какой. Он отдыхает, кстати. Да, я же тебе говорю, у нас тоже один игрок что-то приуныл. Пас не. Ой. Газ Гольдера — это что такое, Люк? Я даже не знаю. Ты не знаешь, что такое его? Не, это хуйня. В гостях Акинфеев был. Нифига пас тебе выкнул. Да пас не был. Но. Тудум. Че он там рассказывал, Люк, интересного? Пойди, как пенальти с испанцами отбил. Очередная сюжетная вставка. Все пока устраивают. Устраивает нашу тренершу, грубо говоря. Давай, беги до дома. Давай, леди, спасибо, что заходила. Команда пришла. Да, четвертая. Охотники. Медведь такой нормальный такой. Так, в защиту я поставил его, он, по-моему, вверху. Так, если он вверху, значит меняю. Так. Сейчас до меня допрет, ребят. Через секунду его не будешь оставлять? Оставил. Я его ник заменил. Не, у тебя какой-то другой лох. Почему? Я с ним. Я его так. У него в защите сейчас был. Не, все это. Ты меня не путай. Я четко его ник помню. Так, по-моему, вот так. Сейчас у тебя тоже должен быстрый игрок быть. Это, кстати, тот, кто к нам пришел. Ну да, недавно. Тут камни уже везде по полю разбросаны.
Липецк. Он сильный, но медленный. Вот, вол. Блин, тоже медленный. У него супер, кстати, еще кривой. А, про все. Так что его тоже надо будет поменять. А тот, то есть он может выше перекладины, да? Запустить. Ну да, сейчас покажу. Если дадут показать. Ой, какая ошибка. Я-то качественный пас отдал. Кстати, да, здесь камни на поле. Здесь можно уже спотыкаться. Ой, как вратарю попало. Неприятно. Качественный сейчас гол был, кстати, сразу прям перехватил мяч. Бум. Ой, он там еще на камни попал. Ой. Ух ты, гад, обоим подкат сделал. Он меня с локтя шиб. Пас мне. Ладно. Ты далековато убежал уже. Опа, я об него ударяюсь. Сильный чувак. Четвертая команда, я уже об него ударяюсь. Видишь, кривой супер. Угу. Выше перекладины. Такие нам не нужны в команде. Ну, защиту можно поставить, он по-любому сильный. Надо Липецка на ворота вернуть, хватит ему в нападении бегать. Не, Липецк медленный, он пиздец еще будет всякую хуйню там. О, там навернулся об камень наш защитник. И мы сейчас тоже навернулись, и он тоже навернулся. Массовое убийство об камень. Куда это пас залетел? Так, интрига. Да, блядь. Сука. Ой, какой он медленный, да, ему только на ворота вставать. Ой. Камушек. Не, на ворота медленных вообще нельзя ставить, они не будут успевать за мячом. Ох, как так? О, добил все-таки, молодец. Пополнили. Всего третий гол. Сейчас уже таких прям вообще диких щитов уже не должно быть. О. Силы равны были у игроков, видали, как они столкнулись? Вот таким супером тяжело на самом деле забить. Вот что такое? Показался угловой. О. Обманул. Не дал забить. Так этот сильный. Да, питерский был. Вратарь. Ух ты, супер запустил. Добил. Да, может банан в банан превращаться, только у последней команды он превращается. У нас супер, Илюх, чисто изменение самим мячом. Вот это моментище. Не жрут еще, смотри. Ни хрена себе не жрут там, я тоже так хочу. Он даже не из тарелки, он из казана просто жрет. Офигеть. Вообще забил на всех товарищей своих, один жрет. Так, Липецк сейчас вверху. Тебя тоже медленный. Защиту я потом посмотрю, кто у нас там. Транзистором картинку запилил сейчас. Давай, скидывай. Я посмотрю потом. Давай, Гаррет, всегда интересно глянуть. Как подписчики. Туда там вообще медленный вратарь, кстати, у нас. Ботаник, за которого я играл. Привет, Шагон. Да, привет. Я заковырял. А, чё с судьей было? Чё он так свистел странно? Да он не понял, то ли залетел, то ли нет. Отойдите, говорит, отойдите оттуда. Не видно ни хрена. Больше хоккей нравится? Нифига себе, Сари. Так-то хоккей он посложнее в техническом плане. Ой, Шагон, точнее. А, привет, Шагон. Финтим. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я дам. Ну, оператор сейчас сотрясение мозга будет. Блин, жалко, Илюх, я бы тоже посмотрел. Спасибо. Попадет или нет, сука, вот гадаешь, попадет. Да, на NES офигенный. Ну, вот этот, конечно, еще лучше, чем на NES, как по мне. Именно первая версия. Более качественный ремастер, я бы сказал. Здесь как-то физика, по сути, та же осталась. А картинку подтянули. И поля сделали получше. Ну, о, я подкатом об камень ударился. Спасибо, Илюх, про меня никто еще видос не делал. А, чуть-чуть не забил. Мимо, сука!
Ну, удар прикольный был. А какой именно на NES Шигон имеешь в виду? Их же два там выходило. На Сеге тоже есть. Его где только нету. Камушек. NES это Денис. Ну, хоккей только на NES был. Нифига голешник, нифига себе. 4-2 всего лишь счет. А, гол 3, но это второй футбол. А, гол 3 качественнее, да. Так, этот вратарь тащит. Жаль, Илюх, ну, будем надеяться, что разберешься, зальешь. Вот это качественно. Вот этого обожаю. Ну, отсюда, да, он 100% залетает. Просто на одном дыхании. Гол 3 мы стримили тоже с Варом, проходили сюжетку на харде. Одна из немногих Никетсу игр спортивных, где можно уровень сложности выставить. Эх, перекладина! Перекладина, ну... Офигеть! Играй мне, в общем, этого игрока, он говно. Хорошо. Так, на воротах сейчас очкарик у нас. Липецк нападение. О, залетел все-таки. Захотелся, да, интернет, Супер Сокер Делюкс тоже классный. По-моему, он еще на SNES тоже есть. Да, но на SNES я не играл, а вот на Мега Драйве проходил сюжетку. Вообще, Шигон, мы уже много с Варом спортивных игр попроходили. Куда вы за мной побежали? Просто выбежал за тобой. Тоже гол прикольный был сейчас. Есть, да, на SNES. 3. Так, ну еще одна команда пройдена. Уже такой поскромнее счет. 7-2 уже поскромнее. Ну если бы не мой тупой игрок, был бы еще 2-3 там. На Фамикоме, то есть, ну, на Денди, проходили два футбола с Варом, баскетбол проходили, хоккей, сюжетные линии. Очень длинные, кстати, игры, по средним меркам. Блин, еще один подошел. Сейчас его еще надо будет запоминать. Картиночка готова, пойду полить. Давай посмотри, я потом загляну. Сука. Так, пятая команда. Какие-то телевизионщики. Блять. Сука. Так, сейчас. Вообще качественная картинка. Тот, который у тебя, можно защиту поставить. Да. Очкарик, у него типа английское У, первый символ, потом З. Его пока можно вообще убрать. Липецк, это крючок в конце без этих... Так, ладно, попробуем что-нибудь намутить сейчас. На Сеге я не помню, в какой именно теннис я играл. Играл ли, короче, Дженнифер Капрячи, по-моему, такой был теннис у меня, и еще какой-то был. Уже не помню. Но теннисы тоже качественные там должны быть. Там и хоккей тоже качественный есть. Не то, что на Донди. Все, Липецка я точно на ворота вернул. Я играю за Куню. У тебя не знаю пока, вор, кто будет. Давай. Ну, либо тот, кто был в черных очках, либо ушастый, который классный нападающий. В защите один новичок, а второй, по-моему... Борис должен быть. Ну сейчас посмотрим. Ну, Борис, херня, Борису нельзя, ну ладно, давай. Еще на Сеге норм. Текмо World Cup на Сеге есть. Да. Это который вид сверху на Денди был. Да, ну там, по-моему, уже другая вариация была. Нифига, Шигон, я даже не слышал про такие игры, то, что ты написал. Там, говорю, Текмо можно чего, много чего выходило. Там есть баскетбол, бейсбол, по-моему. Чего только нету от Текмо на Сеге. О. Че, Ворд, я тебе, наверное, его оставлю. Угу, ну пусть остается. Потому что скорость хорошая, супер нормальная. Пускай он у тебя будет тогда. Вдруг. А вдруг ударились. Хороший пас на ход. Ой-ой. Хороший подкат. Поиграй как-нибудь, ладно, Шигон? Видишь, вор, что происходит? Я тебе говорю, каждый стрим одно и то же.
Надо картинку запилить. Нельзя просто запустить стрим и не услышать что-нибудь, какую-нибудь просьбу, чтобы сыграть что-нибудь. То есть не реквест, но так, просьбы обычно бывают какие-нибудь. Каждый стрим. А нам еще многовато команд проходить. Да это не в кого, по-моему, играет, а на одного игрока. Так что можешь спокойно запустить, поиграть. Ох ты! Отлично. Текма там как в ESS. International Superstar. О, интересно. Так, это пас тебе был. Не возись мячом, отлично. О, это как так пас прошел? Я же на месте стоял. Ты мне как будто в сторону его кинул. Пнул. Я знаю, как он так пошел. 4К, но 4000 качества. То есть, есть 720 качества, есть 4080 качества, есть 4096 качества. То есть, это самое качественное качество. Да, на данный момент. Забивай! Еще бей! Ах вы сволочи! Не успел ушастый забить. Понятно, что качество плохое, но, наверное, связано с играми. Нет, обычно с фильмами какими-нибудь. Есть фильмы 720, 1000, сколько там? 80. Есть 4К, это самое качественное качество. Как это? Читер, просто судья, читер. Да, это был гол просто Фореста Гампа, я бы сказал. Тем-ан-тем. Был у меня карик 4 в 1. О, ушастый сам. Ну, черепашки качественные, Барри Каклс тоже качественная игра. Идем. А вот World Championship Soccer я не играл. Или World Championship Soccer тут все не так, где хер забьешь противнику, а вратарь у тебя дыра. Да, Сари, 4К это просто это лучшее качество на данный момент. Это чуть ли не приближенная к реальности картинка. Так, первый тайм закончен. Самое позорное качество... Сколько там вор? 160, да, что-то вроде? 144, по-моему. Во, да-да. 144 это вообще там просто мыло. Просто непонятная каша. Каша. На мобильных телефонах такую фигню смотрели. Да. Было же время жуткое. Ужас. Во, подхватил, молодец. Забивай, ушастый! Ну он даже вообще сразу в руки поймал, офигеть. Да. Борис внизу. Я, по-моему, вернул состав, кстати, какой-то, который у нас был, только очкарика с белыми очками не выпустил. Так, ушастый. Ну вратаря нам надо быстро, чтобы он успевал дергаться за мячами. Вратарь к нам хороший, по-моему, попозже должен подойти. Ага, Шигон скинул ссылку. World Championship Soccer. Ну, у меня возможности нет на стриме посмотреть, что будет. Сейчас спалю картинку. А, вот это вот уже как раз на Текма как раз и похоже. Несовская вид сверху. Да ладно, Сари, обращайся, что. По возможности, что знаем, будем рассказывать. Нам же не сложно. Не-не, 4К это вообще просто... Это супер качество. Главой. Я не хотел супер запускать, я хотел вратаря обмануть. Ладно, ты там шедевр забивай, я пошел домой. Просто ушел. Да я тоже пошел домой, что мне забивать-то. Опа! От штанги мимо! Как это вообще? Не закатился, да. Не залетел. Во. Получилось обмануть. Ну давай, жду пас тогда тут. Сейчас. Ну или бей сразу. Ох ты, он меня обхитрился. Смотри, какой глазастый. Блин, он нацелен на ворота. Иду. Смотрите, вот первый раз их вратарь поймал мой супер, еще и боковой. Качественная камера. Да. Молодец, ушастый, ты видел, как он обманул? Молодец, он отошел от удара, дождался, когда его по боту ударит, и подобрал мяч. Блин, я хочу его оставить на падение. Лишь бы не себе домой забрать. Так, Илюха тоже. Иди, сука, ушастый, нападай.
Илюха тоже картинку запилил, но... Илюх, я потом посмотрю, после стрима. А Текмо на Сеге вот. Ну, пойду картинки палить. Играй пока. Ладно, 10-0, что-то мы опять разошлись прям, не на шутку. Так, Текмо на Сеге такое... Да, Текмо на Сеге уже совсем другое, а не как на NES. Тебя бот ударился. Вот гад. Два раза ударился. Фифа, по-моему, такая же где-то была. На Сеге. А, я что-то с мячом? Да, он об тебя три раза ударился просто. Вот дурак, нет, чтобы подкат сделать? А? Да блин, как в собачку он с нами играет. Гаррет, там Илюха спрашивает, заценил картинку? Оф. Да. Ща. А, ик. Иф это, по-моему, да. Ух ты! Да ты мимо, я не успел зажать. А все равно 2 секунды осталось там, что-то 10. Не, просто время не идет, когда мяч где-нибудь за полем. Ну я имею в виду, что да, все равно. Да, FIFA нормальная. А FIFA, она же выходила в это, в таком приличном количестве, да, на Мегадрайве. 5 или 6 частей вроде было. Там FIFA 94, 95, так же как NHL, NBA Live. FIFA, по-моему, там 5 штук было. 95, 96, 97, 98 и International Soccer. Хорошо, Илюх, я в группу часто захожу, так что если ты видос скинул, посмотрю, что там. Погляжу обязательно. О, пожарники какие-то, что ли. Да, хотя с виду как молотобоец какой-то. Ну, видать, это залез на лестницу, и типа говорит, пожар, пожар, и пиздуйте, тушить. Да. Тогда же сотовой связи нихуя не было, видимо. И как уебал в колокол. Куебу в колокол, и все. Не буду пока состав менять. Посмотрим сейчас. Новый придет кто-нибудь, тогда, может, поменяем. Да. На песке вот, блядь, все выжжено. Эти ребята уже такие... Заусины мехли чуваки уже, кстати. Эти ребята уже такие посерьезные, такие ребята. Отбил. В штангу попал. О, как мы красиво оба промазали. Отлично. Бито. Бито. Очко. Спасибо, ребят, что проникаетесь жизнью стримеров ДФ. Пилите картинки. Ой, извините, я так не хотел. Спасибо, что делаете картинки с нами. Даже видосы стали появляться. Илюх, ты вообще прям... Я еще в тот раз, когда ты зашел как-то, я еще говорил, хорошо бы вот ты заходил почаще. А у тебя то ли сессия началась как раз, ты говоришь... Или ты уезжал куда-то, говоришь, не, ребят, типа, пока не могу. Хорошо, что сейчас чаще стал все-таки заходить. Вот тебе бы со Сплитскротумом пообщаться в чате, тоже такой позитивный парень. Бывает, заходит, тоже редко бывает, но... Редко, но метко, как говорится. Хороший. Вор, тебя похвалили за описание. Ну, у меня только такое описание возникло в виде картинку. Ой, супер, мимо. Дурак, подлез под супер. Нервы, нервы. А, может быть, уезжал Илюх, да. Ну, что-то там по любой гол закатился, неважно, не будем на этом обращать внимание, сказал оператор. Все, разводите. Оператор просто, видать, в Эстонии родился. Что-то частенько не успевает. Ой, качественный удар вообще. За что? Ой. Иван? В Казахстане тоже, по-моему, есть исламская мечеть, если мне не изменяет память. Вообще, я все подумываю... тоже до Казахстана как-то добраться. У нас не так далеко граница с ним, от Кузбасса, где я живу. О, он не стал подставляться. Ой, ух, дура... какой сложный удар. Ага, мимо ворот причем. Ты что с нашим ботом делаешь? Ах ты сука! Мы бежим на равных! Молодец, Липецк! Два удара потянул. О, бот сам посадал. Да, Илюх, я живу в Кемеровской области.
А, вон что, Гаррет, ну понятно. Я поймал. Перекладина, что ли? Поймал. А, это он выбил, типа, я понял. Я сначала не допёр. Да, а в эту команду, получается, только с залысинами принимают, да? Угу. Та вся команда с маленькими глазами, по-моему, была. Родился, живу в Кузбассе. Ой, ёбнутые. Нифига, он они тренируются так, что ли? Ну, у них пожар тушат, с ведрами стоят. А видел типа, который... Гал, кран просто приделал к раковине. А ты видел типа, который бежал на лесенку? Какие у него глаза были? Там капец просто. Он в самом низу бежал. Пожар! Какой-то чувак с какой-то фигней бегал там по центру. О, кстати, было интересно, если бы ты попал по мячу. Можно, нет, так здесь ударить. Да что-то я промазал. Все, спас на угловой удар. Шутки, шутки, прибаутки. Шутки за 300. Тем временем, кстати, уже почти пол чемпионата сыграли. В сутках, ну да. Возможно, люкс это... Где-то так. До Москвы у нас поезд 23 часа, по-моему, идет. 118 поезд. А! Ой. Ого. Вот это да, пожарный. Волкил. Это пожарный был, молодец. Хорошо тренировался. Эх. Ну это был бы хитрый удар, это сложно исполнить, мне кажется. Как они закидывают, сволочи, и сразу опасно. Все, отбились. Какая хрень там происходила? О, еще его избило. Да, как в боулинге. Нифига не все на тебя сагрились. Погуглил? А. Блин, игра-то порезче началась. Просто мы медленные. Так мы World Cup на двоих, ладно, запишу. Это именно сеговская версия? Да, потому что NES-версия не играется на двоих, это я точно знаю. NES-версия только друг против друга можно. Поймал. Да, молодец. Сильный пожарный. Не пробил его, супер. Да почему мимо сейчас я уйду? Как вовремя! Молодец! Вот этот защитник вообще прям качественно сыграл сейчас. Он предотвратил угрозу дважды такую серьезную к нашим воротам. Ух ты, супер залетел. Да. Да, качество. 8-0. Примерно середина чемпионата сейчас. Пожарники, шестая команда. Где-то столько же остается. Так, у нас просто опять... каша из людей сейчас была. Видишь, мы не догоняем просто. Останавливай мяч, останавливай. Капец. Последний полюбил хотел, чтобы от него мяч, чтобы ему гол засчитается. Капец, как... Вот это супер у них сильный был. Нет, друг против друга, я думаю, мы не будем играть. Друг против надо друга? Надо кауп пока играть. Шигон, видишь, у нас какие принципы. Мы играем кооперативные игры, в которых есть совместное прохождение. Кооператив. Да, сюжетной линии. Друг против друга — это немножко другая тема. В принципе, так чисто, если поугарать, как без обязательств. Можно поискать игры, где друг против друга можно повыпендриваться. Но пока у нас такой цели нет. Пока играем то, что можно совместно проходить вместе. О, рыбаки. Рыбаки. Нифига он тянет так это. Прилично такая с виду. Тут все с повязками будут. Убойный футбол — прикольный фильм, да, мне тоже нравился. Так, пока игра идет, думаю, состав не будем менять. Пока вроде нашли оптимальное решение. О, песочек. Ух ты, сразу супер запустил. Поймал. Да, уже об них нельзя... Ну, кстати,
центрального чувака замечаешь, он в Gold Tribble. Да, у него супер что-то прикольное. Но у них у всех супер рыбка тут. Ох ты! Вот примерно седьмой команды начинается уже так пожестче. Ну-ка смотрим, второй супер мой летит. Так, допустим. Так. А вот у тебя побыстрее, кстати, летит супер. Ну не думаю, что прям от этого зависит. Почему суперы здесь скриптовые? То есть они не случайные идут. Ну земли-то ты не знаешь, когда полетит. Разборки классное кино. Вот я с мячом. Фасончик. Ай-яй-яй. Да, тут по видам деятельности. Это все в Японии происходит. О, все-таки пробил. Вид деятельности у команды. Там одни рыбаки, что вот, там были еще. Вот это Сари. Телевизионщики были, охотники. Вот это Сари главное отличие версии этой игры. Американская версия, там чисто сборные были. И что за танцы там у них? Че за НКД? Что происходит? Бля. Да как, куда ж ты его с локтя-то бьешь? Держи. Хороший пас от игрока. Чужого. Отлично. Давай, этот раз двое напали. А, ну как это, как? Молодец. Ушастый добил. Молодец. Ну напряженький гол был такой, трудовой. На нас странно, там есть американский релиз просто, вот именно в американском релизе, там как раз странно. Да, и называется... А в оригинале там то же самое. Называется Nintendo World Cup. Релиз на северный рынок был с таким названием. Вообще, мы с Варом немножко перед стримом поговорили, почему-то у Технос тяжковато игры на западный рынок продвигались, и очень мало было релизов именно на американский рынок, то есть переведенные японские игры из серии Nikketsu. Очень мало релизов было. Да, такой... да, в хоккее можно играть за девочек, но только на это друг против друга, когда играешь. Смотри, они мне идею подкинули. Рыбачить из аквариума. Качество, да. Я Ералаш вспомнил, где пацан из ванны пытался то ли окуня, то ли еще что-то достать. Ну, достал же. Да, после того, как врач Якубович ему помог. Забегай, забегай, забегай. Есть. Ушастый сам забил. Ушастый вообще молодец, конечно. Хоккей, да, единственная Nikketsu игра, где можно за представительниц женского пола играть. Ай-яй-яй, как... О, молодец. Ушастый хет-трик просто уже забил. О, да, кстати, это такая фигня в Ералаше была. Точно, точно. Это, ну просто это хитовые выпуски популярные. Да что я косой такой? Он меня огрел. Просто меня вынес. Я там еще типа тоже хотел ударить. Типа от тебя типа зашел. Ой, блестяще, блестяще. Так кто-то там из российских игроков, по-моему, промазал. Комментатор такой, блястяще, что там пошел пиздеть дальше. А я еще, знаешь, что помню? В хоккее, короче, вратарь отбил. Два комментатора сидят, один такой говорит: у него жопа-то больше. Его первый комментатор: что-что, простите? У него же опыта больше. Понял? Да-да. О, хороший пас. А ой, это мне что ли пас был? Мне взлетел. Отлично. Ну это мимо, наверное, будет. Нет, голешник. Четко в девятку попал. Да, в девяточку. Роман Нагучев. На Матч ТВ, по-моему, он комментирует.
жопотный, да. У него жопы-то больше. Норм, 9-0, да. Пока ни о чем. Рыбаки эти. Что-то рыбаки подсдулись, да. То ли мы просто что. Смотри, какой упорный. Может, мы разыгрались. По-моему, пока четвертая команда самая была такая. Сейчас поймает, наверное. Скорее всего. Нет, смотри-ка, забил. И что, он все время будет ловить, что ли? Так а матч как начинался? У нас два таких тяжеловеньких мяча от меня супер поймал. Молодец. Ух ты! О! Как это? Ни хрена себе. А это так. Поставил пули, молодец. Да, Илюх, это, жопа-то больше, да. Это я тоже случайно где-то надыбал. Или мне скидывал кто-то, я уже сейчас не вспомню. 11-0, да, ну надо вор дальше, чё. Да это их вина, что они так плохо играют. Надо дальше давить. Пока кубок не возьмем, надо убивать всех, уничтожать. Ну, самураи точно уже вот начнут сами уничтожать. 11-0 против рыбаков. Ладно, что-то я погорячился, похвалив их. А может, наоборот, надо хвалить почаще, и тогда будем полегче выигрывать. Кастова подбили. Ну, там футбол, да. Всех бьют друг друга. Ушастый, кстати. Вот. А, вот, да, еще один. Вот этот игрок крутой, по-моему. Кто можно на ворота поставить? Ну, давай попробуем. Только надо как-то ник его запомнить. Сейчас я посмотрю примерно. Опа. Шаманы. Ага. Кадры, кстати, из Бурятии были. Вот это вот. Это... Вдохновлялись бурятскими пейзажами при вот этом кадре. А, рыбу жарят и варят. Так, надо запомнить, значит, крючок с двумя то этими. Так, это тоже. Да, Шаман Кинг. Гляни вокруг, оглянись назад. Так, УЗ у тебя, значит. А, вверху УЗ. А, вот, вот он. С двумя зимовыми новые, да. Как раз. О, можешь мне его поставить, кстати. Ну давай, давай тебе поставлю. Здесь был. Здорово, Рюскич. Здесь был вот этот. Привет, Рюски. Чуваки с улицы приходят и их сразу в команду берут. Так. Ладно, пока Липецкое оставлю, пока проблем нет. Надеюсь, не подведет в ответственные матчи. Да, много таких приколов, связанных такими словами. О, лед. А тут смотри, в эту команду не пускают без женских трусов на голове. Куда он улетел? То есть все вообще с трусами на голове, чуваки у них. Ага. Интересно, а почему на льду играем? Нифига супер какой у тебя крутой. Да. Вот это супер, я понимаю. Чё, кстати, по скорости? Ну, такой же, как ты, примерно. Ух ты, ух ты! На одном дыхании просто! А! Извиняюсь. Да, анекдоты траем. Он его с локтя сбил! Да, это ясно, чем. Конечно, думаю. Конечно. Эх, такой пас отличный тебе был обратно. В убойной лиге было еще. А-а-а. Смотрите, супер какой вообще адский. Как такой? Это мимо куда-то. Перекладина! Крестовина даже, по-моему, была. Где мяч, я не вижу мяча, а вон где вообще мяч. Что-то оператор пьяный какой-то нынче на матче. Северные шаманы. О, еще один залетел. Мне группа поддержки нравится, я только из-за этого хочу забивать. Что, я сломал игру, что ли? Блин, я испугался, серьезно. А знаешь, что случилось?
У меня влево улетел мяч, да. Да, и он как будто пробил сетку снаружи, попал в ворота снаружи и чуть его продвинул туда. Хакеры, блин. Выбивай! Убивай его! Борис-то серьезный игрок, он с локтя их выносит. Северных шаманов. Пас, 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 не, ну-ка, ну-ка. Эх, такой моментище. Ай, ну, куда, красиво, я, подожди, да. Подожди. Блин, рюски пока некогда прочитать. Вормуш уже заценил, я пока не могу. Ну я уже заценил, да. Ну поле вообще, я такое поле не ожидал здесь увидеть. Господи. Ну поле качественное, мне нравится. А, понятно. Игра слов, короче, понятно. Понял, Рюски, да. Бля. Эх, чуть-чуть не дождался. Эх, маленько. Ну это из-за льда, видите, поверхность. Ну, я плюс не вижу еще, куда мяч катится. То есть камера хреновая иногда бывает. Ну не там херню страдают. Ну. Мимо. Сейчас ждать, пока разведет. На последней секунде. Но в поле с трещиной. Да банан заброс, легкая игра, конечно, пройдем. Точно? Да. Я могу один бегать, тебе только до финиша надо будет добежать, и все. Вот Дмитрий новую поговорку придумал. Хорошему футболисту лед мешает. Так можно каждой профессии подумать, кстати. Что-нибудь придумывать. Как они с трещинами тут играют, Джесси, не боятся. Это, наебал. Это да, было неожиданно. Илюх, а ты как познакомился с игрой этой, раз ее спросил? Просто мне интересно. Я вот не знал про нее. Тоже в детстве была? Вот это банан. У меня была. Банан за бронз, брос вот это. Там про воров каких-то игра. Хорошему стримеру ОБС мешает. Это да. Это у меня был случай. Капец, вот это ты ломаешь им ворота просто. Ты видел, как он пас дал? Он себе в голову пас дал. Ну поехал, что сделать? Капец, просто ушастый, просто виртуоз игры. Я жопой пас скинул. Все детство с банан заброс, с братом на двоих играли, веселились. Да куда я улетел? Так. Это мимо. Не закатилось. Да. Его вратаря куда-то вообще. Вратаря куда-то вверх сразу уводит. Хорошая игра, ну понятно. Тебе что, ворона понравилось? Она была в этом видосике. Да. О, как-то я его подсек. О-хо-хо-хо! Люблю такие голы на скорости. Просто вымыл. Ну эти позволяют, можно забивать. Ой, не тому подкат сделал. Мяч в игре, пошли. Отлично. О, ну далековато было, да, он нормально поймал. Блин, не ногами так прикольно перебирают. Нет, я не вижу, куда тут мяч приземлился. Оператор, ау. Он пас хотел отдать, ну блять. Так, я супер запущу, давно не запускал. Отлично. Я, конечно, звуки прикольные. Когда футболист падает. Да, когда вас сбивают. А, еще когда разводят, кстати. Отлично. Ира, он откатился там на 6 метров. И я улетел куда-то. Отжали поле у Никетсу хоккей. Кстати, да, Илюх, точно. Против High School Lincoln, по-моему, вот такое поле у них. Ух ты, как я запустил. Ну да, он тут спокойно ловит, но ничего страшного. Ну ладно, все уже. FIFA на андроиде? Ну это в новую уже получается, да, серию? Не в старую. Норм скрины получились.
Очередная сюжетная заставка, уже так прилично продвинулись. По-моему, больше никто не будет приходить, да? Телохранители. Какие-то мафиози, скорее, кстати. Вон, сигареты. Или мафиози, стоят. ХЗ какие. Мафиози, может, тоже. Сигареты стоит, кстати. Стоит вообще. Ну, пробуем. Не буду состав менять, пока меня все устраивает, в принципе. Надо на андроиде что-нибудь интересное, кстати, поискать из игр. Оффлайновое именно. Так, вот эти ребята, по-моему, уже точно не шутка будет. Тут без очков никого не пускают в команду. Ай, зачем же ты подставился? Ой. Никто не забрал мяч. Да как так? Как? Не закатились все эти. С бэхой стоит. Ага. Отличный пас. Здесь даже пасы, пасы плавные, видите? Я, кстати, Шеган ради прикола всем чисто подкаты делал. После, по-моему, пятой красной карточки меня вообще дисквалифицировали. 3-0 проставили, такое мне. Ну, это и в реальном футболе правило. Ой, зря, ладно. Вот это вратарь, да. Вратарь вообще. Вратарь тут... много чего берет тут. Пошли, пошли, будет пас. Оп. Эх, перехватился луч. Было такое в каком-то футболе. Вообще я смотрел подборку. Блин, ну я не видел, где там мяч был. Че за прикол? Я смотрел подборку реальных футбольных моментов. Там такие чудеса, правда. Просто против законов физики. Я просто вообще не знаю, там, такие удары, такие вратари тащили. Ну, мяч. Такое и раз в полгода, наверное, получается. Есть, ушастый. Добил. Ушастый сразу подсосал. Молодец, кстати, он прям выкладывается в игре, видно. Ну, это, наверное, соперники часто бить, видишь, все уши сломаны. Борец, это борец. Типа, сука, хули ты столько назабивал нам, оп-оп-оп ему. Старший брат в пес за Зенит уже вдоль и поперек все турниры. Я современные спортивные игры не особо. О, он его с локтя сбил! Молодец. Хороший пас. Ну, удар маленько. Ой, никуда улетел мяч. Да. Я современные спортивные игры, ребят, не особо. Хабиб в команде. Чит-гол. Да, тварь гол. Хоп, хоп, чита гоп, чита гол. А чё, реально на Хабиба похож, кстати? Я только сейчас заметил, когда Илюха написал. О! Видал? Твой неотмененный подкат прервал удар мой, как бы, поворотом. Прикольно, тебя не сбило, а ты прервал удар подкатом. Надо будет посмотреть еще раз. О, я могу так сшибать рядовых врагов. Так ты же сам один из последних, кто присоединился к команде. Так, первый тайм. Да, Кенфеев на пенальти отбил качественно ногой. Шулеры, смотри, какие-то. Там, наверное, все орали уже, когда он ногой отбил. Просто столько мемов сразу посыпалось. Да, там и кошку какую-то рисовали, еще кого-то. У одной Хабиб, другой Конор с Кридом. Ох ты, как прорвался. Нога. Ух ты, как у меня так супер иногда получается. Есть, прошиб. 6-0, нормально. Это нога того, у кого надо нога. Вот часто как, я вроде нормально все делал. Ты смотри, игру не сломай, а то будет как в секире. Это из игры ГЭК. Я еще и в волейболе успел сломать. А, ну да, только это было на тренировке, поэтому зрители не увидели. Так, что-то они задумали. Защитники, встречаете, блин? О, качество. О, мой голевой пас с жопой.
Эх, не голевой получился. Да, не голевой. Вратарь обломался. Ну, момент прикольный был. Забирай. Отлично, пошли, 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 пошли. Жаль, ушастый в падении головой не бьет. Это он возьмет, да? Сейчас, наверное, опять мимо было бы, если бы попал. Ну, не факт. Я по-всякому ломаю. Короче, Илюх, если вкратце, когда проходили Golden Axe в коопе, забили финального босса, и пока еще управление не забрали от персонажей, вор заюзал магию. И как-то получилось, что финального босса как будто второй раз добил. И там прям картинка сломалась. Вместо анимации смерти босса, там как-то она коряво прошла. И в финальной заставке, когда мы вышли из замка, должны были финальные титры начаться. А мы просто шли вниз, продолжали, на одном и том же экране. И игра так, как должна, так и не закончилась. Ну, как должна была закончиться. О, сейчас галешник. Да, сейчас залетел нормально. Ну, это уже упущение Технос, что они позволили так забивать. Это мы покажем, как бы. Ну, я вам приказал сразу ударить. Что ж, он не смог принять. Да, берегись автомобиль, эта фраза мне как раз больше запомнилась. Про ногу, да. Снежная, я думал, еще вышку куда-нибудь пас пойдет. Он ближе к центру отдал пас. Блин, я на спящего отдаю пас. Он одним офигеть, выпадом. Да, как Акинфеев ногой сейчас отбил. Одним выпадом два удара поймал. Так было чувство, что... Не бака, а фича. Забивай, если можно. Ну, может так, Илюх. Тун-ту-дун-ту-дун. Так, тем временем какой сейчас? 10-й вроде матч будет? 11-й вроде. Вот сейчас жаркие матчи должны начаться. Новый чувак приходит к нам в команду. Ты как-то по диалогам понял? Нет, никто не пришел. О, шахтер, их надо ебать во все щели прям. Да, спасибо. Да, качество лучше. Транзистор хуярит там, цуганет. Да, вот это я, кстати, ребят. Я раньше за их команду играл, но потом японцы меня купили. Так, ладно, не будем состав. Здорово, менять. Кирпич. Привет, Андрюх, спасибо, что зашел. Ты пришел на самые интересные матчи. Сейчас начнутся четвертьфинал, полуфинал, финал, в общем. Даже музон поменялся. И, кстати, сейчас я играю против своих ребят. То есть, с кем работаю, можно сказать, в одной бригаде. Сейчас против них приходится играть. Надеюсь... Шахтера, походу, без мощных бровей не берут. Это да. У всех брови такие. Другого отличительного знака я не вижу между ними. Когда все это кончится? Не кончится. Забивай! Забивай, ушастый! Ну! Хрень там творится. Шахтеры, ребята, серьезно, они, ну, бегают тяжеловато, конечно. Видно. Забил, молодец. Я не знаю, Люк, слышал ты или нет, но... Я работаю просто в шахте, на угольной шахте работаю. Поэтому у нас тут немножко такое-то... Вот это он супер потащил! Вот это красавчик! Шахтерам без мощных бровей нельзя. Ослепнешь от пыли. Да, как дополнительная защита играет роль. Ой, какой неплохой пас отдал. Сам себе ты отдал. Тоже сам себе. О! О, я забил попочкой. Да, гол на тебя запишут. Ой, блестяще. Самая популярная фраза в «Берегись автомобиля» — это, по-моему... Блин, как же он там сказал-то, Папанов? Ух. Блин. Ты вор, что-то должен... И должен быть это, в тюрьме, что-то такое. А!
Кстати, да, что-то сейчас вспомню, сейчас. Как же там эта фраза была? Блин, вратарь-то тащит. Вор должен сидеть в тюрьме. Тебя посадят, а ты не воруй. Во какая фраза была, я вспомнил. Папанов сказал. Тебя посадят, а ты не воруй. Ой, ну просто убийство. Несколько стримов назад услышал, что ты шахтер. Ну и напомню, лишний раз как бы не будет. Кстати, вот на меня похож игрок. Капитан ихней команды на меня похож. Вон он. Юрик. Вор должен сидеть на стриме. Привет, привет, Фрог. Вот он разводит как раз. Вот шахтер. Вот транзистор, я с ним тусуюсь. Да, внизу там. Ты, Фрог, подошел, как и Андрюха Кирпич. Вы примерно одинаково на интересные матчи. Андрюха Кирпич, нихуя ты сказанул как. О, качественные смайлики пошли. О, со Фрога, я так думаю, опять какая-то премиум это подписка. Да, да, да. Давай-давай, Фрог, спам, засирай чат крутыми смайлами. Разрешаю, можешь даже не спрашивать. Считай, что я на том стриме выдал тебе петицию на спам смайликами. Это подарочные. Это подарочные. О, у Шегана тоже есть эти смайлы. Походу. Хотя там разные наборы, по-моему. У него с кубком какой-то смайл тут. Мимо. Да, мимо ворот. 2 секунды до конца. О, угловой. Ладно, вы разбирайтесь. Угловой? Я пошел в защиту. Интересно, успеет долететь или нет? Раз. Нет. Нет. Защитник страховал, кстати. Хера, они ебанутые совершенно. Вырыли яму. Ёбаный рот. Я бы лучше спал, как этот чувак. Яне там ебанутые совершенно. Вот чем мне, кстати, чем мне понравилось еще вот этот футбол между перерывами матча, такие качественные заставки прикольные. Видели, да, что они делали? Просто Кирка наше все. Вот, кстати, поэтому соседи жаловались. Я живу на 3-м этаже. Соседи со 2-го этажа жаловались, как-то помню. Ты после каждого футбола так хуяришь, что же, что ли? Да, в перерыве. Совушка с чаем? Ну, может быть, я думал, это какая-то птица с кубком там. О, как я так промазал, ну ладно. Ё-моё. Пришли, как побег из Шоушенка, вырыть дырку. Чё-то они как-то медленно бегут. Так, а ты где-то все читаешь, что-то у меня чат завис, что ли? Транзистор сейчас вратарь шахтеров кричит, ты был мне как брат, я любил тебя, и видосик какой-то там. А, это выше, ясно. Это ты повыше смотришь. Совушка с чаем. Почему у меня супер не заряжается сходу, интересно? Тут как-то надо определенный тайминг тоже, как это и есть для суперов. Сейчас попробую показать. Ну ладно, пока не к спеху, в принципе. Ну, он пробует хотя бы отобрать. Майнкрафтеры. И надо на бегу делать. Я, по крайней мере, ни разу не останавливался. Нифига ты сейчас протиснулся. 13-0! 13-0, жесть. Нафиг их позвали играть. Вот, кстати... Кстати, все правильно. В Кузбассе нет нормальных футбольных команд. Был у нас как-то Металлург в первом дивизионе российского чемпионата играл. Но, по-моему, даже оттуда в региональную лигу вылетел. Шахтеры не умеют футбол, в общем, так что все правильно. О, Шагон, кстати, прикольные эти смайлики. Ой, смотри, а меня испугался. Ну, мощные ребята, мощные, да. Даже наш сильный игрок боится. О, орк. Это... Ой-ой-ой. Мой клинок жаждет крови. Да, Сари, вор начал читать сообщения и сломал мне логику. Он пошел вверх в чат. В этом. А не вниз. Я поэтому подумал, что у меня чат завис. Он читал сообщения, которые я уже не видел. И поэтому мне показалось, что он как бы... Читает то, что... У меня уже не выскакивает, ай-яй-яй.
Не, на Famicom так и делали суперы, точно так же рандомно. С земли как-то. Там 100% удара с земли не было, чтоб супер получился. Гаунди отдыхает, ему надо пас ему дать! Блин, надо было пас ему отдать, не успеем сейчас. Давай попробуем. Прям пас вперед жми. Ну-ка! Ну! Проснулся, смотри, сразу. Че это? Блин. Куда этот пас был, блин? Да, кстати, Сари, опять вор сломал, блин. Опять сломал. 16-0. Да, что-то мы против шахтеров разыгрались. Ну, я просто тактику слил ихнюю на матч. Завтра тебя уволят. Да. Придется на другую шахту идти. Но что-то некрасиво мы с ними поступили, конечно. То есть вот, 10-я команда тоже нулевая. То есть 10 команд просто никаких. Походу, ворк все-таки кроме самураев никого здесь нету сильных. Ну да. Ну посмотрим, еще вроде 3 матча остается. Так, Андрюха курить, что ли, ушел? Кирпич. Вот, самурая как раз. Фига у них тренер, да, смотри, Шаохан прям. Ну, жестко, там с таким не поспоришь. Да, сразу харакири заставит сделать. Найс, пацан, под воротами спал. Причем под чужими он там, это, у него любовь с вратарем, что ли, с моей команды была бывшей. А, ну что, ребят, самураи... Готовься к сверхскорости. Да, вроде как самая сильная команда. Ну, посмотрим. Мне что-то уже страшно. Кстати, опять камни. Камни на поле. Угу. Он... Не, не надо бить отсюда. Нифига ты жесткий. Тут у него уже ловить будет. Любовь со штангой. Блин, я... Да, об камень. Кстати, в аут нельзя забежать с мечом, вор. Вот прикол. По-моему, нельзя в аут забежать с мечом. Чему? Вот, смотри. Не получается? А-а. Блин, он четко ловит. Ребята, самое... Вот это реально команда уже прям серьезно так в глаза бросается. Как он суетился, как он отбить хотел. Сколько им заплатили за матч, интересно? Или опять же они, может, тренера боятся своего? Эх, получился супер заряженный. Как-то чарджить надо удар на земле с определенным таймингом. Так, я вроде как к скорости привык. Да, сам себе пас отдал. Да. Ух ты. Мой супер. Есть. Есть. Закатился. Группа поддержки неистовствует. Они уже там замучились прыгать, наверное. Каждый матч. Шахтерами они вообще устали, наверное. А! Об камень. Об камень. Молодец. А, в их команду без хвостиков не берут, ну да. Да, в эту без хвостиков не берут. Вот лысый уже бы не смог попасть. Почему-то кажется, что задержка в телефоне большая. Не знаю, Люк. Я с телефона крайне редко смотрю стримы. Да блин, я даже ничего сделать не успел. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем. Никто не атакует? Бегут? Блин. Да что ты? О, вот это опасно. Вот это я опасно. От камня вернулся там еще. Да. Подсосал моментально. 3-1. Ну да, они вообще дикие, конечно. Маленькой девочке аж юбка задирается. Это разве девочки? По-моему, это такие мальчики. Не, это девочки все. В группе поддержки. Вы мне сейчас логику сломали просто. Какие-то девочки, посмотрите на их лица. Посмотрите на эти рожи. Да тебе про тех, которые подкидывают эти помпоны после гола. Блин, Сари, я что-то маленько отвлекся. Обновился реклама, сразу на стриме пошла. Но это Рюски от нас не зависит уже.
Ой, блять, самый лучший. День заходил вчера. Это мимо. Да я же перекрыл, как он так? Так, а могли и супер оттуда запустить. Нифига ты его, мягко говоря, наебал. А жестко говоря, это как будет интересно. Выдрочил, выебал, высушил. Я суби. Блять, у них мега скорость, я просто не успеваю. Ой, это гол. Вот и самураи свой супер показали. 4-2, ладно, надо собраться. Короче, ты играй в нападении. Я буду в защите суетиться. Вот видишь, я маленько отбегаю назад. Есть. На ПК нет рекламы? Не знаю, Илюх, не знаю. У меня была. Она тоже появляется как-то. Хрен пойми. Блин, его вдвоем встретили просто. Эх. Я здесь, здесь, я в защите. Ах, такой пас тебе сделал, ну ладно. Ну там камень, ну. Блин, ну чуть-чуть отвлекся уже, все. О, Андрюха, я думал это. Ты поздоровался и по делам уже свалил. Ну если ты курить отходил, что-то это многовато по времени. Кстати, да, у пухлой бабы юбка задирается. Ах, о! Сука, ёбаные камни, я забываю про них, не могу догнать. Тут еще поле такое, что камни плохо видны. Да блять, вот прессует, сука. О, ну пиздец, и опять понеслось. Молодец, очень вовремя, кстати. Напряжная игра с самураями, они быстрые. Опа. Да, залетел. А, чайник ставил, понятно. Чаёк это хорошо. Так, еще пнуть успел. Ну, да, он будет все ловить теперь. Он сверхскоростной там просто. О, как он хотел прокинуть. Это ты пнул. Ну. Потому что этот нападающий их не хотел прокинуть себе на ход. Так, я страхую. Да и ебучие камни. Тебе пас? Отлично, успел. Да, залетел. Ну, в принципе, это все легкие будут команды, если уметь играть. Если суперы, да, используют хотя бы немножко. Что вечно этот по центру этот камень меня бесит прям? И хрен уберешь еще. Надо выговор сделать работникам стадиона, что не убирают за собой. Ой. Пробил, молодец. Ну и все. Да. Жестковатый матч был на самом деле такой. Они могли еще забить парочку. Там ты вовремя выскочил со своим супером. Отблок не помогает, Рюски. Отблок это немножко другая тема. Тут сам Twitch как бы запускает рекламу. Здорово, Крузак. Привет, Круз, ты на полуфинальный матч подошел, по-моему. О, вот наш вратарь пришел, нормальный. Тун-ту-ду-дун-тун-тун-ту-ба-дун-тун-ту-ба-дун-тун-тун. Че он только сейчас пришел, где он все остальные 11 матчей шлялся, интересно. Ага, сволочь. 12-й матч, это кто еще, блять? Это че такое вообще? А, это негры. О, леди с возвращением. С бананами, негры с бананами. Фраза такая двусмысленная была сейчас. Так, ладно, я попробую, значит. В принципе, я ники уже запомнил. Так, ну, можешь так и оставлять, в принципе. Я хочу вратаря поставить. Кстати, вот он, по-моему. А, нет, подожди. Так, здесь. Вот он, по-моему, был. Здесь был ушастый. А, здесь этот. Ну, о, да, по-моему, видишь, вот мне даже он. Последний символ, как будто руки. Да. Руки. А ну, предпоследний на человечка похож, который такой выпад делает, хопа. Да, и руки такие, опа.
Ну посмотрим, как он будет стоять на воротах. Сомбреро кирпич снимает. Мексиканская шляпа от солнца. Так, ну погнали, полуфинал. Давай негров побеждать. Нифига не, комбинационный футбол показывают. Слушай, надо с обманом. Надо забивать, да. Кирпич, похоже, ходил не только чайник ставить. Ну да, потому что это что-то слишком долго уж там его не было. Так, мой супер полетел. Ух ты, пробил. Воу. А супер Кунио-то пробивает в полуфинальном матче вратаря. Неплохо. Да он везде может пробить. А, ну это правильно, кстати, что. Ну куда, куда пас? Ух ты, хитрый какой. Молодец, не дал ему ударить. Что-то мой, по-моему, ни один супер не взяли. Да, у тебя либо мимо летит, либо без вариантов, не берущийся. Не зарядил. Эх, он... А, я... Сейчас, короче, вор, я знаю, как по-хитрому ударить. Сейчас все будет. У него какое неприятное двусмысленное слово. О, прям в очко. Да смотри, он успевает. Они успевают такие удары брать. Ну это не негры, а мексиканцы какие-то, что-то такое. Ах, как я... Что на негров, да, тут не похоже. По-моему, в Синьчжань сидит, там прям негры вылитые. Ну что поделать, просто такое имя для Японии. Они-то вряд ли так воспринимают. Райкири, здорово. Здорово, Райкири. Поднимайтесь, чего вы там валяетесь все. Во, видишь, маленько пробежал. Сейчас вообще чуть-чуть, да, пробежался. Чаржится непонятно как супер. Лингио. Лисбио, я бы сказал. Хоп-х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 оп. Хас-хас-хас-хас-хас-хоп-хоп-хоп-хоп. Чекок 76, да, здорово. Блять. Молодец, Круз, молодец. Эйпс! У нас игрок. У нас один спит уже. Ну даже пас дают, ну пофиг вообще, ну. Блин, я забываю по-хитрому ударить. Ну ладно, ты так забьешь. 5-0. Хрыщ, хрыщ, хрыщ. Так. О, вот так еще аут может возникнуть. Индусы, так как там плантация до матча была. Ну это все, по идее, японцы же. Значит, просто плантация какая-то банановая. Короче, собирательщики овощей, фруктов, что-то такое. Блин, капец, до сих пор больно разговаривать. Сегодня, короче, с утра зубы ездил, лечил. Ставили укол обезболивающий. Укол уже прошел, но до сих пор побаливают места, куда укол ставили. То есть от самой иголки десна болят. Капец вообще. Ну хоть два зуба вылечил. Не зря съездил. 4 косаря примерно отдал. Вот такая нынче медицина у нас, ребят. Ну это что, нормально. У меня же, видите, медкомиссия скоро начинается. О, вот так почаще бейте, ребят. Мне, короче, укол сделали, леди, как-то 3 места обкололи. 2 зуба, 4 косаря вышло, Круз. Еще 4 надо лечить и один имплант ставить. Короче, у меня только предстоят разборки еще с зубами. Мне кажется, 4 косаря это дороговато за 2 зуба. У меня там небольшой кариес. На самом деле нет. Недорого? Не-а. Блин, ну не знаю, ребят, я давненько не лечил просто. Именно зубы дорого стоят. Так, что это, еще пас будет? Как это залетел? Как он залетел? Это вратарь, дыра у нас, что поделать. Там мимо ворот должен был мяч быть. Блин, а что-то опять ринулся. Это <с2>
Все уколы были в десну, леди. Из-за этого боли такие до сих пор. Обкололи 3 места. А ты говорил дыра, смотри как он. Смотри что, о как ловит. Молодец. Ой, это я сам себе закинул. Он банан поймал, наш вратарь поймал, супер, ихней команды. Да блин. Ты что, отбегаешь-то все время? Я боюсь мяч, день сурка. Мячефоб какой-то. Мячефоб, да. Как вообще футбол пошел играть? Привет, Олчин. Да, причем на PC Engine, то есть ремастер NES-овской, фамикомовской версии. Эх, ушах, и жаль, в касание не играет. Да, так было бы, конечно, поэффективней. Ох, тут слишком много текста. Давайте, отбивайте! А, все, тут нормально, погнали. Бежим. Бежим. Ух ты. Че он не верхом-то отдал? Да почему, Круз? Может, русский поздоровался и отошел? Я сразу понял прикол, так что... Может, человека отвлекли. Отлично. Да, че за... Да как... Выбей, говорю, мяч. Тебя не вижу, что там происходит, там эти двое вообще спаривались, там, смотри. Да, там что-то жуткое происходило. Ой, тебя сейчас... Ну как, что я тут должен сделать? Какая толпа на меня бежит. Блин, вратарь-то у нас вообще нормальный. 8, 7, 6. Оговорочка, да, Круз. Ну тут еще вот этот матч доиграть, и еще один будет, и все. Илюх, 2 матча осталось. Сейчас самая жесть, по сути, идет. Что-то ребята, сучка. Рано вы сегодня спать собрались. Так, 11-2. Ну неплохо, да. Все, последний матч сейчас. Финал, ребята, остался. Финальный матч. Финальный матч. Посмотрите, сколько в это. Вор, может, ты даже наберешь. Посмотрите, у бота сколько времени сейчас уже прошло. Таймер спас. Да, могли еще гол забить. Час 42 минуты 20 секунд. Ученые. Ученые. Как Флорида в баскетболе, кстати, да? Тут, видать, без очков не пустят. У них на тоже, матч. У них тоже ракета была на фоне, кстати, насколько помню. Кстати, по идее, в очках вообще запрещено выходить в футбол. Да, есть только специальные маски, если игрок нос сломал или какое-то повреждение лицевой кости. В специальных масках разрешено играть, насколько помню. А, ну, одному чуваку тоже разрешили очки носить. Вот, зачаржил. Ну? Нет. 4-глазый на воротах. Блин, страшные какие-то ребята. Он сразу пас отдал. Ты его с локтя сбил. Я тебе говорю, один чувак бегает в очках и все, потому что ему разрешили. Их, почему их с локтя все вышибают? Я тоже так хочу. Чё происходит? Есть, мой супер залетел. Вчера в 3 ночи проснулся, уснул только к 4:30. Блин, нифига себе. Я пока в отпуске редко ночами просыпаюсь. Хоть отдохну от ночных смен. Я обычно ночные смены работаю. Ах, то он обоим под... О, отбились неплохо. Очки из адаманти, они же ученые. О, остановил. Качественно, кстати, чувак. Отличный пас и отличный гол. Мой вообще не ловит никто. В баскете, да, да, рюски, ученые из Флориды. Там лысые какие-то чуваки во Флориде, которые телепортируются. Ух ты! Просочился. Ты я успел. Да. Там есть ковбои, потом этих... Фоксники. Гопники из Нью-Йорка. Баскет тоже прикольный такой, контрастная игра такая. Ух ты. Пуэрториканских. А чё именно их плюс? Я, наверное, пропустил момент, как вы пришли к выводу насчет них.
А чего тут творится? Сейчас чуваки просто последним там боролись, заметь. Сейчас Илюх против ученых играем. Будет перерыв матч, посмотришь, что там творится. Ну, самые сильные, конечно же, это самураи были. Да, и самые быстрые, и самые мощные. А, ну у меня же выходные есть. Выходные, есть еще вторые смены, когда я днем на шахте работаю. Еще же время по ночам там. Да, просто ночные как-то больше, я не знаю, как-то в глаза бросаются. Ух ты, он поймал. О, сейчас вообще качественная камера. Ой! Мужики поролись до победного, да. Смотри, у меня получается супер заряжать. Бей! Бей еще! Ну! И... Ай, бля! Мимо, мой супер мимо ушел. Да, только фраза мужики поролись. Он вообще, смотри, куда за мячом ходил. Он, походу, новый мяч откуда-то притащил. Ты тот мяч сломал. Я туда не пинал, потому что... Ты сломал тот мяч. Сейчас будет перерыв, посмотрим, что там это... Какая картинка будет, что будут ученые делать. О! Какой-то коллайдер собирают. И два типа как-то подозрительно отдалились, что-то там стихи что ли друг другу читают. Да. О, еще игра слов, кстати, Круз подкинул. Тут Круз анекдоты такие забавные писали. Ералаш еще вспоминали тоже пару этих знаменитых выпусков. Тут команда была, против которой мы на льду играли, и что-то как-то с Ералаша эпизоды вспомнились. Вот здесь вор можно обмануть. Сейчас я запомню. Так, ты там будь готов к отскоку. Сейчас я... Ага. Он об него ударился, ученый. А вообще... что ты хочешь сделать? Я знаю, как качественный удар сделать. Так, еще новый мяч пошел брать. Только бы не сломалась игра. Откуда он вообще приходит с этим мячом? Ебанутый, что ли, там сзади иди за мячом. Вообще интересно, кстати, что вратари сами бегают за мячом все время. Обычно... О, поймал мой супер. Первый раз суперский удар вора был пойман. С рыбаками, не на льду. Ну да, да, точно. И вот на этом фоне, что против рыбаков играли, рыбакопов играли. Я хочу ударить, сейчас вот посмотришь. Блять. Заебали они мяч пропускать. О! Иди, иди к воротам. Сейчас я покажу удар хитрый. Блять. Всегда только на... Нифига он уклонился. Борис провафлил. Они забили нам. Да. Показали сейчас ученые свой суперудар. А я опять убежал от мяча, молодец. Флориды супер, сами видели, какая-то горящая комета летит. Бей прямо, вот здесь надо прямо ударить. Блин, он неправильно сделал. Надо вот где я сейчас бегу, прямо ударить. Вратарь тогда начнет агриться и прыгнет в сторону от ворот. Так, еще анекдотик там подоспел тем временем. Еще ниже. Нет, нет, ты неправильно бьешь. Надо вот, на зеленый. Он тогда прыгнет вниз от ворот. Во. О, чувака попал. Супером. Плохо, что они пропускают. Нельзя сразу подкат сделать. Че вообще там творится, ребят? Я наугад бью просто. Да, Круз, здесь суперудары тоже можно при зажатии кнопки и направления тоже можно регулировать. Я бежал тебя... Так, 13 секунд еще осталось. Бежал тебя поздравить. Вот так надо прямо было ударить, только на зеленый. О! О! Угловой! Сейчас есть шанс, что долетит мяч. Посередине. Нет, высоко сильно залез.
Да, вот здесь. Странно, странно, ну ладно. Напоследок еще галешник. 9-1. Эх, не успел. Ну и все, вот на этой оптимистичной ноте. Да, все. Заканчивается чемпионат. Блин, ну пошлые анекдоты какие-то пошли у нас, я смотрю там. Вот она, наша команда полностью, финальная заставка. Поздравляют с победой. Кстати, тут не все, тут, по-моему, только основная команда. Ну да. Куню самый эпичный поцелуй достался. Видите, что происходит? Музончик хороший. Просто замечательный. Сейчас будут эпичные моменты показывать. Создатели игры пишут, которые для нас загадкой останутся. Тун-туру-турун-тун-тун. Хороший футбол, легко играется. 2-3 есть такие сложненькие команды, но в принципе при использовании суперов они тоже несложные становятся. Да и в принципе, если бы кто-то конкретно в защите играл, то можно было бы и против самураев нормально сыграть. И глаза, конечно, качественные, вообще у них тут пририсовали. Вообще страшные какие-то, как будто они пришли в это, в коррекцию исправления зрения в кабинет. Это все, да, Круз. На сегодня все, Круз. А в ближайшее время, наверное... Да, спасибо, Леди. В ближайшее время, ближе к выходным, наверное, что-нибудь еще подготовим, подумаем. Как всегда, куча планов. Было бы время, чтобы нормально все это пройти, посмотреть, рассказать что-нибудь. Финальные титры... Да, сейчас всех покажут, все команды заново. Куньо до сих пор находится под впечатлением. Вот только сейчас он начал. Остыл как бы от поцелуя. Да, спасибо, Фрог. Видишь, Вор, я тебе как запилил, что можно теперь... Можно теперь да. Парой буквы... Три кнопочки нажать и все. Качество. Да. Гаррет, походу, опять куда-то свалил. А последний у нас кто, вратарь был, что ли? Чуть не припомню его в нашей команде, что за петух. Кстати, я его тоже ни разу не ставил. Вот этого я не знаю. А, это вратарь, видишь, руки не нужно называть, это вратарь. И вот сейчас, начиная с последней команды, будут нам еще анимацию показывать. А, нет. Почему, это с первой команды? Не с последней, да, наоборот. Вот Кайлыч. Вторая. Это Гаррет был. А, точно, да. Качество, по-моему, по-моему, нет, Круз. Это охотники. Выстрелил в камеру, сейчас сволочь. Это певцы какие-то. Дикторы. Комментаторы, точно. Классные заставки у техноса всегда. Пожарники куда-то бегут опять. Спасибо, ребят, кто смотрел, особенно кто подошел. Рыбу продает. Кто подошел в начале трансляции, прям отдельный респект. Ну и кто подходил во время матча, тоже, конечно. Огромное спасибо. Первая игра наша с Вором на PC Engine. Есть там интересные игры. Так, это я куда-то пошел. О, тебе на Twitch даже смену качества дали сейчас. А что, это выдается как-то кому-то? Ну вот, видишь, тебе дали сейчас на этот стрим. Сетфрог, а что, это как-то влияет от того, кто стримит, или что, или как это вообще? Да хуй знает. Ну и последняя команда, против кого мы играли. Блин, вот этот тип справа, он кого-то напоминает. На ему геймера похож. Кстати. Это Memory. Советую Double Dragon 2 на PC Engine. Ну, я уже с Рафом проходил ее. Да, только вы стримили вообще без анонса, без нифига. Там почти никто не смотрел. Да пофиг. Да и футбол ты проходил на PC Engine, так что... Может, и до драконов доберемся. Кадаш, прикольная игра на PC Engine. Все, это финальная заставка, кстати.
больше ничего не будет. Все радуются победе. Да, хоть они и проиграли, но... Они радуются удачному запуску ракеты, кстати. Хуя, они прямо из школы запустили ракету. Странно, что штукатурка с потолка не было анимации, не посыпалось ничего. Может, там крыша какая-то откидная, фиг его знает. Есть статистика Твича, ну понятно, ладно, посмотрим. Ну все, 2 часа, как мы и планировали, на этот кооператив. Следующее вряд ли что-то будет спортивное. Следующий кооператив будет... А вот что будет, я промолчу пока. Как всегда, следите за анонсами. Следите за анонсами в группе. И спасибо, что смотрели, писали. Веселый стрим получился. Да, почта. Че, ну все тогда. Прощаемся пока на сегодня. Да, всем спасибо, заходите еще, может, что-то еще интересное будет. Ближе к выходным, ребят, вам. Ближе к выходным, ближе к вечеру. А на сегодня все. Всем пока.